Я не зря начал с того, что отец был многогранным. Вот книга Затаевича, 500 казахских песен и фюй. Так вот здесь вот на первой странице, вот читаем. Уважаемому и дорогому другу, товарищу Ильясу Жансугурову, от сердечно любящего автора Александра Затаевича. Они вместе ездили, собирали вот такие вот песни, вместе, так сказать, даже, ну, понятно, дружили. Но для того, чтобы ездить с таким человеком, как Затаевич, музыкантом, это надо бы самому к музыке иметь отношение. Кстати говоря, в этих поэмах «Кю-чер-кю», если бы наш отец не был знаком, ну, с той музыкой, значит, да, он бы не написал этих поэм. Вот. Наша Капеша, значит, она в своих воспоминаниях отмечала, что он когда писал, когда сидел в работу, то у него рядом всегда тамбра была. То есть иногда он наигрывал себе, входил, так сказать, в образ, и потом, значит, это самое. Ну вот, еще вот такая вот музыкальная пьеса в трех актах. Да, он написал уже по этому произведению, значит, ну это прекрасно, это вот, значит, как хорошо. Ну вот, и, ну, как художник, он, конечно, он ничего не нарисовал нам, значит, вот так вот, с кистью там, значит, на полотне. Но у него уже есть произведение Жетсу Корнистера, то есть, ну, картины Жетсу. И вот когда читаешь, значит, так видишь, вот ну, перед глазами, значит, так рисуются, значит, все вот эти прелести нашего края. То есть он еще и художник мог бы быть, конечно.